Медикаменты, штрихи, системы, видите, там вату бросила, глюкоза, под низом, под гидроствор, все, чтобы поросили то, что оно есть. Все, спасибо большое. Все ваша. Сегодня все прыгали с ними, да, три уже делала, еще одно, а потом будут смотреть. Улучшение. Ну, слава спасибо. Богу. Слава спасибо Богу. Большое. Да не за что. Вообще. Расскажите, что с дочерью? А с дочерью у нее рак лимфоузлов. Помогает уже, я не знаю, я вообще благодарна вам за все. Физраствором, лекарствами и глюкозой. Дочери 33. 33 года. Да. У нее и сын, дочечка, сын маленький. А когда узнали по страшному диагнозу? Летом, перед летом, вот как началось все. И не было денег, а вот... Что будет? Денег нет, ничего нет. Вот помогают люди чем всем. А как он на меня вышел, расскажите? Вы знаете, кума моя Рая, там кто-то ей дал этот адрес. Она живет по Школьной улице, может, вы знаете? У меня там беженцы да? жили. Да, у меня там 3 семьи беженцев на это. Я вам позвонила, вы сразу ответили. Ну ничего, будем по возможности. Да. Да? Сколько еще ощущается? Да? Ну как что-то будет. Еще ящик ультразвора еще. Когда скажете, тогда я приеду еще если раз. Если вы сейчас занесете, я вам так, сейчас скажу, я там это снесу. Если в суд, в ящик. Да, вас, есть, да, есть. Тут есть, тут мам, там по 400 грамм, а там еще там у меня, я на маршрутку. Там на одну кило, сколько у вас уходит? 17 флаконов. 17 флаконов. Да, 17 флаконов на одну кило. Это уходит. Это просто расширять. Да. С работы помогают женщинам, помогают. Собирают. Спасибо. Спасибо.